Полуфинал бесконечного сезона собрал полный зал любителей нашего провинциального юмора. 9 команд школьного и студенческого дивизионов из Канска, Канского района, Красноярска и Железногорска поборолись за место в финале. Ну и кто наши соперники? Ну, кадеты! А на них у нас есть секретное оружие. Офигеть! Ноги сами по себе ходят. Не меньше выступающих на сцене волновались те, кто обычно остается в тени. Так называемые звукачи, люди, о значимости которых многие даже не подозревают. Звукооператор – это человек, который прикрывает команду с тыла. Без звукооператора команда не будет. Человек, который вовремя включит отбивку, вовремя подберет нужную отбивку. В нашей команде нет такого понятия, что звукарь отдельно, фронтмены отдельно. Мы все вместе, мы всегда вместе пишем материал, вместе его репетируем. Большая ответственность в полуфинале лежала и на судьях, ведь именно они должны были отсеять команды и определить сильнейших. Плохих оценок я стараюсь не ставить, самых нижних, потому что я прекрасно знаю, что такое выходить на сцену перед переполненным залом, да, приходилось, да, поэтому слишком строгим жюри, судьей меня нельзя назвать. В наше время даже Надежда Кадышева пытается оставаться в тренде. Наши берега. Школьники отыграли визитку и музыкальный конкурс. Браженцы порадовали своей уже традиционной фишкой. Взглядом своим мужицким смотрит на нас Малицкий. А потом глядит в упор на Татьяну Лесогор. Доведет, эта песня доведет, до импорта доведет. Старшие команды сыграли на один конкурс больше. Любовь шутила о наболевшем. И не зря. На сцене любовь, полуфинал, серьезное мероприятие. Поэтому... Коля, ты достал! А что не так? Да 8 лет уже все не так! В итоге в финал прошли 6 команд – «Гримаса», «Пятый угол» и «Виражи», которых взяли добором, а также команда КВН «Любовь», «Не шути с огнем» и «Пятый караул», которые получили приз за лучшую шутку от стоматологической клиники «Асоль Дент». Вы кто такие? Кто вы такие? Спасатели. Какие спасатели? Чего вы мне рассказываете? Чего рассказываю? Так, ты выучил? Да. Давай, рассказывай. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на льду, бетон. Так какой бетон? Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», «Пятый канал». Так, стоп!